Как же все-таки в космосе красиво. Столько звезд, это неизведанная тьма. Можно подумать, что это мрак или что-то вроде такого, но нет. Даже смотреть на это черное пространство с мелкими блестящими штучками. Тебя завораживает от этого. Я понимаю своих людей-астрономов. Земля, ты куда смотришь? Здесь же ничего нет. Эх, Луна, ничего ты не понимаешь. Какая же тут красота. Ну не знаю, я ничего в этом не вижу. Что? Что это такое? Я сам без понятия. Почему всегда с нами что-то происходит? Я уже должен был привыкнуть, но никак не могу. Луна, сейчас даже я не понимаю, что происходит. Тебе должно быть еще страшнее от этого. Да, походу мне надо в туалет. Ты пока посмотри, что будет дальше. Да что это может быть? Так, видимо, эта фигня летит сюда. Надо бы сваливать отсюда. Земля, ты чё стоишь там с собой разговариваешь? А? А это что? Ну хоть кто-то его заткнул. Пойду посмотрю. Да ты охренел что ли? А если бы убил? Как же вы достали, всегда влетает мне! Малой, ты кто такой? Малой? Ты себя-то видел? Мне лет побольше, чем тебе будет. Хотя теоретически я только что родился. Ты не ответил на вопрос. И вообще, что значит только что родился? Ну, я это просто то, что появляется после взрыва чего-то большого. Хоть я и маленький, но поверь мне на слово, это так и есть. Мне стало еще интереснее, кто ты такой. Спроси у своих людей, они знают про меня. Я нейтронная звезда, грубо говоря, остаток от чего-то большого. Чего? Откуда ты знаешь, что на мне есть жизнь? Ну вот думай, малой. А еще у меня, кстати, ядро больше, чем у тебя. Чего? Ну, во мне очень большое ядро. Я считаю ядро в оболочке. Вау, не слышал о тебе. Надо разузнать побольше. Но это не отменяет того факта, что он слишком наглый черт, который в меня врезался. Вас теперь еще больше. О боже. Спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк и подпишись. Я нуждаюсь в твоей поддержке. Ссылка на Telegram в описании. Кстати, новое видео уже на канале.